Жительница Люберец Елене Карнаух исполнилось 90 лет. Всю жизнь в труде. Во время войны помогала овдовевшей матери в колхозе. Потом работала воспитателем в детском саду и педагогом в школе. Глава округа Владимир Ужицкий лично поздравил с 90-летием именинницу. Пришли поздравить. Самое доброе вам пожелание. Да, спасибо это вам огромное. Более полувека Елена Михайловна живет в округе. Из Ставропольского края переехала сюда с супругом. Они уже отпраздновали бриллиантовую свадьбу и будущее видят в счастье своих внуков. Как-то соцзащиты звонили. Вам надо? Говорю, да нет, мы пока справляемся сами. Внучка всегда привозит тоже, приедет, помогает вот так. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.